Друзья, привет! Сегодня я вам хочу рассказать про Addon Atomic Energetics к моду Applied Energetics 2. Это просто замечательный, очень полезный Addon, который позволяет моду Applied Energetics взаимодействовать с Atomcraft. Я сейчас кратко покажу основные фишки этого Addon. Начну, пожалуй, с магического терминала создания. Зайдем сюда в интерфейс. Что мы здесь видим? Ну, стандартная. Значит, окошко для выкладывания крафтов, окошко, куда можно положить скипетр или палочку. Давайте выложим какой-нибудь крафт из Томкрафта, например, банка. Вот мы видим, что у нас здесь появилось, сколько нам необходимо эссенции, которая будет забираться, соответственно, ну, точнее, виз, который будет забираться со скипетра. Вот давайте что-нибудь скрафтим. Раз, два. У нас чуть потратилось. И здесь, соответственно, можно также эти палочки или скипетры запитывать висами, если у вас есть узел, с помощью вис-канала и с помощью интерфейс вис-реле. Тоже, соответственно, предметы из этого мода. Чтобы нам соединить вот это вис-реле с магическим терминалом, вам потребуется карта памяти. Значит, Shift, правый клик по интерфейсу вис-реле и потом правым кликом по, соответственно, магическому терминалу. Все, мы его запитали. Как видим, здесь потихоньку восстанавливается у нас висы. Так, здесь еще можно выложить, соответственно, какую-нибудь, например, мантию культиста, чтобы у нас затраты вис снижались. Далее рассмотрим терминал эссенции. Значит, он показывает, сколько у меня в моей системе хранится эссенция. Как видите, значит, она здесь в жидком виде. Чтобы в жидком виде вам хранить эссенцию в моей системе, вам потребуются вот такие вот компоненты хранения эссенции и, соответственно, корпус ячейки, совместив которые, вы получаете вот такие вот карты разной емкости для хранения жидкой эссенции. Вот, например, крафт, то есть потребуется эфирная эссенция, ну и стандартно там кристаллы и процессоры из AE2. Далее вот такие вот карты кладутся в обычный мой-накопитель, например, или в мой-сундук. И, соответственно, в системе вы уже сможете хранить эссенцию в жидком виде. Как она может поступать в систему? Ну, например, можно ее с помощью шин импорта откачивать, скажем, из улучшенной алхимической печки или просто какой-нибудь печки, или из банок. Вот, вы можете выкачивать в мою систему, если у вас карты есть свободные для хранения эссенции, у вас в системе это отобразится. Также вы можете, значит, и с помощью терминала эссенции какую-нибудь эссенцию себе налить в банку или в пузырек, вот, пожалуйста, либо наоборот их опустошить, чтобы в себе систему залить. Вот, пожалуйста. Я залил обратно в систему. С помощью шин экспорта из этого мода можно, например, какие-нибудь банки или какие-нибудь хранилища для эссенции тоже передавать эссенцию в жидком виде. Вот я, например, с помощью шины экспорта эссенции передаю эссенцию в банки. Ну, а дальше стандартно там через трубы для эссенции подаю, например, вот инструментум в Таум восстановитель. Очень удобная система. То есть автоматически у меня туда подается. Можно спокойно восстанавливать предмет. Очень классно. Так, далее давайте по порядку еще рассмотрим, что у нас тут рядом. Высекатель знаний. Тоже крутая штука. Она позволяет автоматизировать крафты, которые мы можем выкладывать вот здесь вот. Ну, к примеру, нам для того, чтобы сделать полноценный крафт, во-первых, потребуется такой вот высекатель. Во-вторых, нужно будет ядро знаний сюда положить. Вот, и потребуется еще магический сборщик. Вот такой вот. У магического сборщика, соответственно, вот такое количество слотов для автоматических крафтов. Еще нужно обязательно не забыть его запитать также энергией от узлов с помощью вис-канала и интерфейс вис-реле с помощью карты памяти. То есть, опять же, Shift, правый клик
и потом правым кликом по магическому сборщику. Соответственно, он будет восполнять свою энергию от узла. Так, дальше здесь можно... Так, давайте посмотрим, как, например, какой-нибудь крафт записать. Просто кладем сюда высекатель знаний, ядро знаний. Вот у меня уже какие-то крафты записаны, мы можем выложить крафт. Хоп, нажимаем, и, соответственно, он здесь у нас записался. Все. Ну, у меня такой крафт уже где-то был записан. Я его, к сожалению, стереть не получается, но не важно. Я просто забираю туда ядро знаний, кладу в магический сборщик. И дальше у меня этот крафт уже отобразится в системе. Вот, например, банку я могу скрафтить. Тут у меня уже много. Давайте переключусь в режим крафта. Вот, пожалуйста. Банку я могу сделать автоматически. Очень крутая штука. А далее, очень полезная вещь в этом моде, это поставщик наполнения. То есть, если у вас в системе есть жидкая эссенция, с помощью поставщика вы можете запитывать матрицу. Ну, то есть, как от банки. Причем эссенцию он поставляет именно ту, которую необходимо. Так, я не знаю, у меня сейчас, по-моему, крафт тут стоит. Давайте попробуем запустить. Да, запускается крафт. Сейчас мы увидим, как у нас от поставщика наполнения идет, соответственно, эссенция. Одна, вторая, ну, третья пошла. И вот у меня здесь крафтится палочки. Точнее, стержни. Ой, пардон. Это немножко нарушил крафт. Думаю, логика понятна. Так, ну и в этом моде еще что, пожалуй, осталось. Сейчас посмотрим. В принципе, из полезного, ну, монитор хранения эссенции, монитор преобразования, ну, такая же логика, как у мониторов хранения преобразования в стандартном Applied Energetics. То есть они просто показывают наличие там предметов. И если это монитор преобразования, то можно, допустим, правым кликом нажать и, соответственно, забрать какой-нибудь там слиток, да. Если же мы поставим там монитор хранения эссенции или монитор преобразования, мы, соответственно, с помощью банок, например, можем там набирать эссенцию или класть ее в систему, или просто наблюдать количество. Так, еще здесь в этом моде добавляются вот такие вот коробки передач. Таумическая коробка передач и железная коробка передач. Ну, не сказал бы, что мега полезные штуки. То есть, если у вас есть кварцевый дробитель, вы там только начинаете играть. Вот, например, ставите, да. То есть, вы можете обычным рычагом из стандартного мода покрутить и передробить. А с помощью этих коробок это получится немного быстрее. Ну, соответственно, я просто ставлю. И пожалуйста. Можно, например, попробовать еще големом автоматизировать эту систему. На начальном этапе может оказаться очень полезно. Вот мы подробили. Можно попробовать также с помощью таумической коробки. Она, по идее, должна чуть-чуть быстрее работать. Вот, тоже подробили. Так, ну и что у нас еще осталось? В принципе, это все элементы крафтов. Мне кажется, основное рассказал. Ну вот еще единственная шина хранения эссенции. Логика такая же, как у шины хранения просто из стандартного мода. Подсоединяем, соответственно, шину хранения эссенции к какой-нибудь, например, банке. И, соответственно, содержимое этой банки у нас отобразится в системе. Тоже, в принципе, прикольная вещь. Если у вас нету карт памяти, да, то на начальном этапе можно там поставить банки и с помощью шин хранения в систему их отобразить. Вот, излучатель уровня, он показывает там уровень, да, соответственно, сколько у вас там эссенции, можно как-нибудь пробовать что-нибудь автоматизировать, например, наполнение эссенции. Вот, ну, остальные, ну, еще вот на балдашник можно скрафтить себе AE-ключ, то есть как заменитель main-инструменту. Вот. Вот, в принципе, вот это все самое основное в этом моде. Вот, все самое полезное я, пожалуй, вам рассказал. Да, точно. Еще один момент я забыл. Тоже очень полезная штука в этом аддоне. Это поставщик эссенции. То есть можно эссенцию поставлять в какие-нибудь
предметы, например, алхимическую конструкцию. Это позволяет тоже их автоматизировать. Ну вот, к примеру, у меня здесь производится магический жир, да? То есть с помощью поставщика эссенции я сюда поставляю любую эссенцию, а с помощью моего интерфейса, вот я записал крафт магического жира из гнилой плоти, я, соответственно, сюда подаю гнилую плоть, и у меня на выход идет магический жир. Давайте проверим. Вот, допустим, магический жир. Сделаю 100 штук. Хоп. И, соответственно, у меня сюда идет сейчас поставка гнилой плоти. И делается магический жир. И с помощью того же моего интерфейса у нас, соответственно, продукция забирается. То есть и подается, и забирается. А с помощью поставщика эссенции у меня идет поставка, собственно, эссенции из системы. И получается такой, по сути, автокрафт. Очень крутая штука. Вот, пожалуй, на этом все. Спасибо.